Известному во всем мире молдавскому композитору Евгению Дога исполняется сегодня 87 лет. Сам маэстро не раз признавался, что каждый год ощущает 1 марта двойной праздник, потому что отмечает не только день своего рождения, но и приход весны. Музыка, написанная Евгением Дога, сделала Молдову известной во всем мире. Мелодии молдавского композитора звучат и в кино, и на Олимпийских играх. Кроме того, благодаря Евгению Дога появился и гимн Кишинева. Сегодня композитору исполнилось 87 лет, и специально к этому дню некоторые из государственных служб подготовили для него специальные сюрпризы. Уважение Евгению Дога выразил оркестр пограничной полиции. Евгения Дога приносит радость людям, живущим в режиме войны. Не так давно в Одессе работали наши журналисты Виарика Татару и Андрей Копторенко. В одном из парков они встретили музыканта, который играл вальс «Мой ласковый и нежный зверь». Одной из самых известных мелодий, написанных молдавским композитором для одноименного фильма, снятого Эмили Млатяну в 1978 году. В гости к Евгению Дога пришла сегодня президент Майя Санду. Она поздравила композитора с днем рождения и поблагодарила за творчество. С днем рождения! Я благодарю вас за вашу необыкновенную музыку, которая делает нашу жизнь прекраснее. За то, что вы самый важный посол Республики Молдова во всем мире. И знаете, что мы восхищаемся вами не только вашим талантом, но и тем, как сильно вы любите жизнь. В свой день рождения Евгений Дога посетил Академию наук Молдовы, где он встретился с почитателями своего творчества. Евгений Дога – молдавский композитор, признанный во всем мире. Получил звание народного артиста СССР, затем народного артиста Молдовы, лауреат национальной премии и государственной премии СССР, кавалер ордена республики и обладатель других наград и званий и в нашей стране, и за рубежом. 2022 год был объявлен в Кишиневе годом Евгения Дога. В 2015 в его честь была названа единственная в столице пешеходная улица. Также в самом центре Кишинева появится культурный центр имени Евгения Дога. Его откроют в здании, которое располагается на пересечении улиц Василия Александрии и Вероники Микли и требует реставрации.